снег такой, да? Морковка здесь, да, вся засеяна? Ну тоже, скорее всего, да, похоже. Человеческий след. Вон, смотри. Или... Да. Не свежий. Да вроде бы. Вроде бы. Причем... А хотя... Не-а. О, там глубоко, да? Помочь, Серег? Справишься? Это не заячий, это собачий. Ну ты хочешь вот так вот иди, а я так. Ух ты, смотри, кровь. А, нет, морковь. Это не кровь, это морковь. Вон. Морква. Копыта? Косуля, ты думаешь? Да, это не зайчи, это косуля. А, да, вот, смотри, косуля. Косулины следы. Сейчас мы косулю поднимем. Не, ну можно туда, да, сходить, посмотреть, почему. А потом вот так вот загнуться, как вариант. Да, нет, ну тот-то вроде заячий след такой. Да? Куда он пошел? Туда, в твою сторону. Ходовой, но это не сегодняшний. Это не сегодняшний. Что они ночью кормятся? Косуля. Косулин след. Слушай, а это вот жировочный старый заячий. Ну мы прям по нему идем. Да, кормовая база, что это он, морковь, вон, копнул, не глубоко, главное. Ага. Вот встал, да, Серега на загон пошел. А ты сидишь, чайку попиваешь, вот он, мы против него идем. Вчерашний. Или позавчерашний. Да, какие-то они. Ну, ночной, скорее всего, видишь, припорошило. Вот, косуля прошла, морковь выгребла, поела. Туда пошла еще одна морковь. Интересно, они что, к оке туда идут все, к реке? Да и косули, и зайцы. Запросто. Серег, все натоптано, но свежего следа нет. Причем в перемешку с заячьими тут косулячьи, еще какие-то, но не свежие все следы. Ну давай налево пойдем, вот, летим, как мы движем сейчас. Ты по бурьяну, а я по краю. Давай, давай, принято. Слушай, а там мужик, что ли, слева какой-то, я не пойму. Или это кустарник? Вон! Вот это его, скорее всего, собака, он зайцев поднимает. Так а смотри, все следы, вот все, либо ночь, либо, ну, явно это не сегодняшний. Причем... Хрен разберешь, тут вперемешку все. Косуля, заяц, все вперемешку. Так вот ходить здесь, это чисто на удачу только. Надо единичный след искать, свежий какой-нибудь. Но сейчас туда дальше, Серег, так и идем. Давай идем. У меня кроме косуля, причем довольно свежий, других следов пока нету.
тут тоже, кстати, человечьи следы, нахожено все. Ага, кого-то подняла, да? Ну да, и похоже на берегу Оки прям. Вот-вот, я говорю, вот вдоль того ивника у реки надо попробовать походить. Сейчас тогда я к тебе вернусь, мы до тех вон зарослей дойдем, до деревьев, и направо свернем, пойдем вдоль Оки. Потому что даже следы, хоть и вчерашние, они туда все ведут. Вон туда. Вот там Ока, река, как раз заяц сейчас вот в таком ивнике любит лежать. Там он и попить может, вот, а здесь покормился, туда ушел на лёжку. Почему нет? Добрый день. Тишина. Старый след. Ну старый, вот сейчас собака подняла. Подняла, я слышу. Вот, и мы его видели, он сюда пошел. А вы сейчас шли по дороге, скидок нигде не видели? Нет. Старый след. Смотрели, точно нет скидок? Нет. Старый след только. Сюда не заходил, есть только туда дальше, но я туда дальше не ходил. А вы откуда? Мы оттуда идем, вот там вот. Ну, прямо с вдоль начала дороги, ну, да? Да, 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 примерно, ну, чуть дальше. И потом вот так пошли по этой самой, вдоль поля. Потом сюда. Он загнал сюда. В кусты. Загнал сюда, и, возможно, он где-то здесь вот скидочку сделал. Ну, я слышал, у вас собака работает. Два раза. Косули много очень, косулячих. Два раза я видел, что зайчина, да, русачок. Вот сейчас, да? Да. В кустах, скорее всего, где-то. Ну, ладно, я сейчас пройду, посмотрю, как понимаю. Да и туда, если дальше только. Есть скидочки, да, у меня стоит сын. Собака идет, идет лазер. Пойду посмотрю. А вы прямо оттуда пошли вдоль этого ивника? Да, я вот оттуда вышел через поле. Да. И вот сюда увидели. Ладно. Там слева, ну давайте. Не пуха, да. Собака. О, гончак. Туда твой хозяин пошел. Ищи зайца. А мелькнул между деревьями, я думаю, лиса что ли нагнал. Да, похоже такой рыжий. Он за хозяином пошел. Не, видишь, ему неинтересно по кустам лазить тоже. Зайца-то убег. Какую там скидочку? Вот видишь, он по оврагу работает. По оврагу. Я тебе говорю. Ну, значит был выход, но дальше. А я там, мы оттуда сначала не пошли, а надо было бы по-хорошему оттуда идти. Ну, ладно. Разведка. Он заяц на движение реагирует. А мы стоим. Батареечка садится. Хорошо, что запасную не взял. Ну, как хорошо.
Пошли смотреть. А сидел, ребят, вот так вот мы стояли вот с Серегой. Вот здесь вот стояли. Он оттуда, вот там я его заметил, из-за тех кустов. И по дороге прям пошел, встал. Вот я его подранил. Потом дальше он вот в тот овраг ускакал. И уже собака его добрала. Гончак. Красавец такой вот. Ладно. Ну давайте, не пуха. Поедем мы попробуем еще счастливо с полем. Ну, это этика, Серег. Что, Собакин, молодец. Вот охотник. Ну, это охотничья этика. Это охотничья этика. Собак послушали, увидели. Вот, мужики, два патрончика дали. А, это моя гильза старая, вот. Один и какой-то второй мне единицу, что ли, дал. Ага, беленький вот такой вот. Тоже. А, нет, это картечь вообще. Хотя это, наверное, самопал. Я, Серег, не сторонник чужими патронами, честно говоря. Картечь. Прям как у меня. Ну ладно. Вообще красиво получилось. И главное, получилось неожиданно. Но еще один момент, Серег. Когда мужики с собаками, считай, на этом месте охота для нас без собак закончена. Потому что поучаствовать, да, или как-то коллективно, но трофей все равно отдаешь. Вот. А выстрел-то нормальный был, и попал я по нему. И, в принципе, если бы по следу бы дальше пошли, он бы дошел бы через какое-то время, этот заяц. Он бы сейчас отсиживался там же, во овраге сидел. Вот, ладно, друзья, сейчас мы дойдем обратно по этой дороге туда, до машины, и поедем на другое местечко. Вот это вот там морковные поля, а мы на капустные поедем. Заяц тоже же, да, Серег, капусту ест, любит. Да, вот. Ну как верить, он же там есть. Значит, он есть. Там есть, и там места не такие заросшие. Да, то есть более открытые. Вот. Так, ну что, приехали мы вот. Вот эта деревня. Просто деревня, так скажем. Вот это вот прямо с дороги. След свежий причем. Ну такой он небольшой, видать, зайчик. Но гонный след. И гонится он вот туда вот. Вот там вот это вот. Полуразрушенные. Ну это китайцы. Покажи-ка. Да, 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 да. Слушай, давай тогда может. Ну он мог накрутить. Какой? Нет. Нет. Этот след туда. Этот след туда. А, стоп, да, ты прав. Вот этот вот след, вот, вот сюда вот идет. И потом вот туда он ушел. Давай, пойдем по дороге. Ну давай, давай. Слушай, а тут, тут живет кто-то. А? Ну жил кто-то. А, вот оно что здесь. Тут что-то такое неубранное, видишь? Морковь, что ли, это или что? Это морковь, скорее всего, здесь. Где? Это заяц, заяц. Вот морковь. Сейчас. Он здесь ел. Сейчас, подожди, Сереж, я вот сюда хочу. Ух ты! В этом овраге был. В этом овраге был. Причем здесь такой жировочный след. К воде спускался пить.
Ага. Вот туда к воде ходил пить. Вот река. Вот там попил, вот сюда пошел, там поел и туда поскакал. Да. Да. Там река прижимает вплотную к домам. Да. Да. Либо вот в тех кустах, прям вдоль забора, либо к реке туда. Ну то есть он вот на этом где-то участке, в этом колке. Мы на это очень надеемся. Это да. Ну пойдем. Пойдем просто по следу сейчас. Вопрос, мы идем вдвоем по следу или ты идешь по следу, а я вот ты его обрезаю. Здесь стоишь, обрезаешь? Ну, вряд ли мы в дома выйдем. Хотя, ну. Мне рассказывали, в Курской области зайцы прячутся от охотников под фундаментом дачи. Да, ему просто здесь, раз, туда, ему здесь где угодно. Я-то вообще думал, что сейчас я вот сюда загляну, а он там сидит, наяривает. Этот след пошел вдоль дороги, а тут еще один. Я смотрю, уходит. То он мог здесь развернуться. Сейчас посмотрим. В любом случае сюда выходит. На дорогу. Да. Деревня. Ну, там река. Серега прав. Серега сейчас вон там встал. Обрезать. А я по следу пойду. Вот он идет. Тут он уже скорость сбавил, след такой, ходовой пошел. Пошел прямо. Пошел прямо. Ага. Так, тут сдвойку сделал. Слушай, он тут сдвойку сделал и развернулся. Развернулся, сейчас я попробую распутать. Пошел туда, что ли? Или в обратку вообще? Потому что сдвойка идет. Но скидки пока не вижу. Сейчас посмотрю. Ага. Вот здесь он развернулся. Дальше-то следа нету. Вот он отсюда пошел. Да. Так, здесь он, вот он. Ха, странно, еще один след. Так, сейчас посмотрим, может скидку сделал. Сюда что ли он скидку? Да вот он сюда идет. Вот он от дороги, от этой, сделал скидку. И вот сюда идет, вот в твою сторону. Вот к тем кустам. Ага, вот еще одна скидка. Вот он. Туда пошел. А там нету, ты не видишь следа во овраге? Так. Но они тут кормились. Да, натоптано прилично. Да фиг его, фиг распутаешь. Оттуда. Да тут вообще
Такое впечатление, что тут их просто толпы. Вниз спускался. Ну, пить ходили. Но это не свежее, а там свежее. Думается, мне он куда-то туда пошел. Ну вообще все следы, Серег, к реке идут. К реке следы идут. Даже вот этот вот, вот он сейчас след идет, вот. Он такой, видать, не такой уж он и давнишний. Может быть, с утра. Идет к реке. Ага, да. А откуда идет? Сейчас попробуем посмотреть. Сейчас тогда вот так вот здесь пойдем вдоль. Да, туда уж совсем подходить нехорошо. Ладно, обратно тогда идем. Тут вроде следа не видно. Для проформы залезем сюда. Ага, круг сделал. Такими вот поваленными деревьями заяц любит сидеть. Собачки, куда ж без них. Не, видать, если и был, то ушел к речке. Вот след его. Ходил он тут. Вот он, я на него обратно и вышел. Оттуда ходил. Сюда вот. Елки-палки. Куда ж ты дальше-то побежал? Вот, кстати, моча вот эта зайчья тоже. Туда он идет. Тут уж совсем такие кусты. Ага, вот сюда вот. Здесь дальше все. Сижу, друзья, присел немножко отдохнуть. Вот в таких вот вообще зарослях кустарника. Фух. Сергей туда к речке пошел. Я тут нашел след, он не очень-то свежий. Вот отсюда он идет, зайчий. И здесь где-то дальше он пропадает. Но, может быть, и вот он сюда под дерево куда-то. Но тут его нету. Он не совсем свежий. По такому бурелому, конечно, по этому кустам лазить. Здесь даже если его поднимешь, то очень низкая вероятность результативного выстрела. Вот, так скажем. Поэтому надо отсюда выбираться. Но вот это вот поле, конечно, там все истоптано, но вы сами видели. Главное, к реке заяц спускается тоже. Воду пьет. Вопрос, куда он уходит на лёжку. Сейчас пока еще светло. Попробую. Сейчас немножко тут вот присел передохнуть. Сейчас дальше попробуем мы его вытропить. Вот. Ну как? Сегодня одного зайца из-под собаки я уже взял. Из-под чужой, да. И по этике его мы отдали. Но есть надежда и на своего зайца. Поэтому, ну, все только начинается. 2017 год вот-вот начался. Все еще впереди. Заяц есть, это уже хорошо.
вот еще. Вот такой более свежий след. Ага, здесь еще один. Вот здесь у него где-то лёжка была. Ага. Вот тут лёжка была, Серёж. Не, не свежая, но была. Вот он. Вот они все туда идут. Вот это тоже не свежий след, ходил он тут, и лёжки там старые. Засранец, а? Да нет, отлично. Да, вот заяц сидит, да? Казалось бы. Я думаю, да. Слушай, но туда-то я не стал доходить, там уже все, дома. Да, я туда не стал, но туда тоже следы идут. Они не совсем свежие. Вот там под кустами сидит. Да ему запросто, он может он в тех деревьях. Не особо живут, наверное. Да. Вон, смотри, Сереж. Ну вот я туда и шел по нему. Вон он туда ходил пить. Они истоптали, и скорее всего он туда потом ходил. Тут едят вот на этом поле. Ну, в другой раз. Некоторые даже его, можно сказать, добыли. С помощью, конечно, собаки, но. А чем тебе вот не лёжка? Вот смотри, вот и моча. А, да, точно. Вот и моча его. Не, ну она старая, но тут все равно домик-то отличный. Видишь, они тут живут. Им тут хорошо. Все, ребят, мы уже обратно возвращаемся. Начинает темнеть. Сейчас зимой темнеет рано. Я думаю, сейчас 4 где-то, да, Сереж? Ну, примерно так вот. Вот здесь я тоже прошелся туда. Ну, не знаю, заяц мог и туда вот, к заборам, мог вообще в любой какой-нибудь под фундамент, там, в нежилой дом. Ну, там деревня, все. Там стрелять нельзя, даже если бы подняли бы. Вот, а так вот здесь тоже старые его лёжки. Так что, вот, видишь, тоже натоптано. Вот он. Питаться ходил. Все тут с ним нормально. У него отличие, когда короткие такие вот, жировочные, значит он медленно идет. А вот как мы там видели, расстояние видел, да, между передними и задними лапками большое, это он уже гонный. Кто-то его там подшумел. Слушай, а может это мы на машине ехали, его и как раз подшумели, а он себе сидел спокойно, никому не мешал. А тут два охотника, а дай-ка вот заедем. Он и побежал куда-то. Но след свежий был. Да. А сейчас снега-то пойдут. Подзаметет, все хорошо будет. Может быть. Ладно, друзья. Сегодня такая у нас больше разведка была. И на первом месте уже мы видели зайца, можно сказать. И выстрел по нему был. То есть все мы сделали нормально.
Пользуясь случаем, хочу передать привет. Да, давай, вещай. Привет Жене Толстову и Гражу. Ага. От кого, надеюсь, узнали. Посмотрите потом на канале. Если смотрите. А если не смотрите, подпишитесь. Вот. Это была мысль дня завершающая. Ребят, по традиции всем ни пуха, ни пера, ни рогов, ни копыт. На охоте и вообще в жизни. Ну и все, пока. И до с Новым годом! Да, и с наступившим Новым годом. Всем пока, да, и с наступающим Рождеством еще. А то тоже не за горами. Будем охотиться, праздники длинные, так что не прощаемся с этими картами охотничьими, с этими полями зайчьими. Будем приезжать, пробовать, тропить. Ну все, пока, удачи. 6 числа у нас, если получится, то загончик по лесе. А, у нас же еще по лесе. Около 30 человек. Во, там даже уже 30 человек набралось. Там 28 в списке, и сказали, что человек 5 еще подъедет старых знакомых. То есть где-то 30-33 человека. То есть, ну все, мы, значит, тогда еще, возможно, мы еще успеем, может быть, до лесы по зайцу съездить, а 6-го, ну, если не так холодно будет, то... Ну, тогда до встречи на лесе. Пока.